Десногорцы присоединились к акции, которая приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа. Мероприятием «Хочешь жить – живи» волонтеры города напомнили жителям об опасности вируса иммунодефицита человека, а также о том, как обезопасить себя от этой смертельной инфекции. Активисты вручали памятки и брошюры о правилах безопасности при интимной близости, а также красную ленту – международный официальный символ борьбы со СПИДом. Прикрепив ее к верхней одежде на уровне сердца, человек открыто заявляет о важности проблемы СПИДа и ВИЧ. Мы хотим напомнить людям, что есть такое заболевание, что с ним надо бороться путем информирования населения. Также мы сегодня будем раздавать информационные буклеты, в которых мы будем рассказывать о проблемах ВИЧ-СПИД, какими путями он передается. По данным последних социологических исследований в нашей стране, уровень интереса к этой смертельной болезни снизился. Многими эта опасность воспринимается как нечто очень далекое и маловероятное. Но это не так. Распространение ВИЧ-инфекции вышло на популяционный уровень и перестало ограничиваться только так называемыми группами риска. Особую озабоченность вызывает недостаточная информированность молодежи о проблемах ВИЧ-инфекции. В Десногорске сдать анализы на ВИЧ можно в медсанчасти номер 135. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.